Андива иванцеви. Еще один представитель эдиакарской биоты. Считается билатериальным животным. Известно из зимнего берега Белого моря в России. Она была впервые обнаружена в 1977 году и описана как новый вид в новом роду Михаилом Федонкиным только в 2002. Окаменелости андивы происходят из Южной Австралии. Все известные ископаемые андивы – это внешние оболочки животного. Андива была организмом с двусторонней симметрией тела. У нее был широкий передний конец и узкий задний. Передняя часть тела андивы была гладкой, а затем она разделяется на сегменты и швом вдоль всего тела. Это также описывается как стеганое одеяло с узкими, плотно упакованными симметричными камерами между сегментами. Симметрии этих сегментов на левой и правой сторонах не совпадают, но они идут в шахматном порядке. Эта особенность вместе с другими является яркой чертой таксона проартикулят. Оригинальная реконструкция по Федонкину предполагает, что передний конец животного покрыт выпуклым тонким щитком или панцирем, состоящим из подобного хитину неминерализованного вещества, защищая животное, когда то ползет или скользит по морскому дну. В той же самой реконструкции гладкую зону считали отпечатком мягкой ткани ниже спинного щита. Андива часто встречается вместе с другими видами из эдиакарской биоты, такими как аватоскутум, йоргия, кимбирелла, брачина, парванкарина, трибрахидиум и другие. Морфологически андива близко напоминает аватоскутума, чондроплона и более отдаленно дикинсонию, как представителя проартикулят. Археоспинус и цианорус также очень походят на андиву. Джерзи-дзик включает андиву в диплерозой с чондроплоном как ближайшим родственником. Питалась андива сапрофагом или одноклеточными организмами. Длина андивы была от 6 до 10 см, ширина от 4 до 5,5 см, вес от 5 до 10 грамм. Место находки окаменелостей – Белое море в России и Эдиакар в Южной Австралии. Жила андива в Эдиакаре около 570-555 миллионов лет назад.